Угостите микроба молекулы чая. Угостите несчастного крошкой торта. И тогда от такого приема растаяв перестанет вредить навсегда-навсегда. Оля работает каждый день. Несмотря на погоду, зарплату и лень. Оля встает рано-рано с утра и на работу ей сразу пора. Кто-то подумает, Оля трудяга, в крови у нее труду тяга лежит. Но знаем мы, Оле работа не надо. Понятно, что Оле нужен мужик. И такой. Пригласи меня на свальный грех. Чтобы человек так 20-30, чтобы попы как изысканный орех, чтобы лица все как у святых патриций, чтобы дамы были будто на подбор, с подиума только соскочили, чтобы сразу к делу, к черту разговор, чтобы сделал все, как мы Камасутра научили. Пригласи меня за гонорар, не торгуясь и не спрашивая сколько. Откажу и страсти вытушу пожар. Ведь люблю тебя одну и только.